которая и бывает и твердой, и мягкой, в зависимости от того, как захочет волшебник. Для этого вам понадобятся котелки. Доставайте ваши котелки. А вы что, не забежали в котелок перед тем, как попасть в школу? Ну, все ясно. Ладно, тогда мы вам выдадим одноразовые котелки. Так, я так правильно понимаю, и ведьминских поварешек у вас нету? Хорошо, нет, не надо палец, мы выдадим вам одноразовую ведьминскую поварешку. Итак, друзья мои, чтобы сделать настоящую волшебную землю, вам понадобится растворенная ушная сера тролля. Видите, она желтого цвета, практически как у вас. А вот берете вот так вот, накопляли у спящего тролля. Растворили, можно растворить в воде, можно растворить в спирту. И получается вот такая замечательная желтенькая настойка. Приятного аромата. Да, поднюхай, не перечеркивай. Можно с слюнями можно растворить? Можно с слюнями на всякий случай. Чем пахнет? Да каким серой троллем пахнет, таким апельсиновым соком. А вы понюхайте, чем пахнет. Не, боюсь. Тебе, да? Ну, держи, тебе. Ладно, да? И тебе тролля понюхать? Ну, да и у вас у всех она будет. Так, я прошу вас разбить каждому ребеночку. И... студентику. Есть еще одна очень редкая настойка. Видите, ее совсем чуть-чуть у меня осталось. Это перетертый рог единорога. Единороги! Да, есть! Класс, да? Вот там вот вся магия это и скрывается. То есть тролля, в принципе, найти можно. Вот, их в интернете, говорят, очень много. Пошли в интернет, тролля нашли, там быстренько у него ушной серый наковыряли, и все. Вот, а вот с единорогами дела обстоят куда сложнее. Итак, каждому из вас сейчас моя помощница нальет капельку этого редчайшего настоя. Ваша задача в этот момент будет замешивать землю, чувствовать себя творцом, творить настоящее чудо. Итак, кто готов первый? Я! Святослав, выходи сюда и покажи, как все это нужно делать. Чай умеешь мешать? Да. Мешай, чай. Мешай, хорошо мешай. Мешай, мешай, мешай. Глубже, глубже, вот так, вы вместе. Получилось? Лизун? Что? Какой лизун? Ну, хорошо, если он... Это удобнее? Да это земля! Смотри, вот так вот, держи. А теперь открывай вот этот домик для твоей рассады. Мешай, мешай, тщательно, мешай глубже. Какой лизун? Я не знаю. Крепко в ложку. Вот так. Чуть сильнее, давай так. Миксер включай.